Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. И сегодня многие партнеры Eaglebit Trade, когда попытались зайти в свои кабинеты на сайте Eaglebit Trade, увидели следующее сообщение. Ну, перевод тут корявый, но могу предположить, что если перевести, то будет звучать так, что система не функционирует в связи с отсутствием оплаты IT-отдела, то есть отдела разработчиков. И в официальной группе Eaglebit Trade на Фейсбуке появилось несколько часов назад сообщение. И данное объявление на русском языке гласит: «Уважаемые партнеры, мы приносим извинения за то объявление, которое вы видите, заходя на наш старый сайт. В сообщении от 3 августа мы сообщили, что планируем переход на новый сайт, поскольку наш старый сайт больше не служит интересам компании и не справляется с нашим быстрым ростом. Также команда разработчиков не выполняет свои обязанности по обслуживанию сайта. В связи с этим мы просим игнорировать любые сообщения, которые публикуются на старом сайте. Они публикуются только с одной целью – навредить компании и вызвать панику среди членов команды. Наш новый бэк-офис будет находиться на сайте idieagle.com. Новая система будет доступна в течение следующих нескольких часов после получения сертификата безопасности, который уже включает все данные каждого из участников. Когда процесс будет завершен, мы сообщим об этом. Благодарим за понимание, вместе мы сильнее». Когда в течение дня я попробовал зайти в старый кабинет, мне это все-таки удалось. Но поскольку сложилась такая ситуация, по сути конфликт со старой командой разработчиков, я бы рекомендовал всем инвесторам сделать скриншоты своего кабинета, особенно где показано, сколько у вас инвестировано, какие портфели куплены, сколько денег вам начислено. Ну, желательно, чем подробнее, тем лучше. Потому что, как вы сегодня, наверное, заметили, то есть в любой момент доступ к кабинету может прекратиться. И, соответственно, скриншоты кабинета, ну, могут пригодиться. Вот как прокомментировала ситуацию Ирина Абалакова. По поводу вывода очень хорошо говорил Мигел, что с момента старта бэк-офиса с персональными данными, там будут некоторые данные, которые мы должны будем в профиле добавить, с момента старта у нас будет поэтапно открыт вывод. Он объяснял, почему и как. Выше изложена вся его речь. Поэтому я думаю, что после вторник-среды следующей недели какие-то пробные выводы начнутся. Ну, первые пробные должны быть в ручной обработке, я так думаю, потому что автомат на привязке через API-ключи на привязке двух сайтов, а это только к концу следующей недели. Я объясняла, почему. Поэтому реальные выводы, серьезные, массовые, с сентября начнутся. Но я думаю, что мы пробный какой-то должны получить еще в августе. Я думаю, потому что из разговоров, из вот сроков, из объяснений. Я звоню каждый день, спрашивают, что у них получилось, что решено, что еще в процессе подтверждения протоколы субгранцев, в процессе чего, в процессе хождения, грубо говоря. Поэтому я передаю четко то, что сказано свыше. Кому-то из партнеров все-таки удалось попасть в новые кабинеты, они сделали скриншот. А может быть, это выложило руководство. Не совсем понятно. Вот первый скриншот. Вот второй. Вот третий. В сообщении было сказано, что новая система будет доступна в течение следующих нескольких часов после получения сертификата безопасности. Ну, собственно, несколько часов после публикации новости уже прошли. Пока никакой информации нет. Ну, будем надеяться, что в ближайшее время новый кабинет все-таки будет доступен. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.